Сезон высадки микрорастений начался в тепличном комплексе селекционно-семеноводческого центра «Фатагра». Больше 20 сортов картофеля зарубежной и отечественной селекции. Среди них собственные сорта «Садон» и «Спринтер». Их в этом году высаживают в большем объеме. Площадь тепличного комплекса 2 гектара. За каждым сортом у нас отдельный уход, чтобы получить хороший качественный материал. Выращиваем как и для собственной программы развития семеноводства, так и для крупных партнеров, которые в дальнейшем приобретают наш семенной материал. География партнеров компании, к слову, расширяется с каждым годом. Московская, Псковская, Новгородская, Ульяновская области и не только. Микрорастения в теплицах высаживают круглый год. Комплекс оснащен капельной системой полива, через которую растения получают воду и питательные вещества. Из высаженных микрорастений через 3 месяца соберут урожай мини-клубней. Потенциал тепличного комплекса 5 миллионов мини-клубней в год за счет того, что мы выращиваем мини-клубни в 2 оборота. Производим 2 оборота в год, начинаем сажать в марте, первый оборот, получаем урожай где-то в июне. Потом все дезинфицируем, убираем, моем и также начинаем высадку 2-го оборота. После сбора урожая мини-клубни отправляют на хранение в условиях, которые исключают заражение вирусами и бактериями, а через год часть материала направят партнерам компании на северо-запад страны, где наиболее благоприятные условия для выращивания оригинального семенного картофеля. Алина Хасяева, Артур Гаглоев, Вадим Панченко, Давид Костанов. 15-й регион.